субботу, 21 декабря, хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Спартак Тумботина» из Павловского района. Начало матча в 13 часов. Вход на трибуны со стороны улицы Московской. Канал 16 будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в Ютубе и в группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет.